Привет! С вами Слава Арк, и сегодня мы поговорим, как вы уже догадались, о супериндейке в Арк. Это мини-ивент, который включен разработчиками. Вернее, поговорим не столько о самой индейке, а о том, как ее убить, как достать с нее косточки, которые так нужны для того, чтобы открыть новые костюмы, призвать Дудорекса или Чиби Дина себе открыть. Как вы уже поняли из вступления в это видео, это не так легко ее убить, поэтому в этом видео будет показан топ 5 Дина, которые вам пригодятся для того, чтобы убить супер индейку. Сразу хочется сказать, что хотя в официальной вики написано, что можно с ней бороться с помощью оружия, но это не самая лучшая идея, потому что урон по индейке очень сильно занижен. А жизни у нее, я смотрел через админскую трубу, около 16 тысяч хп. Если по 8 поинтов будет снимать за каждый выстрел, сами понимаете, сколько вам придется потратить стрел или патронов на эту индейку. Ради 4 косточек, сколько у нее там будет. Поэтому лучше использовать прирученных Дина. Но не каждый Дина подойдет. Если Дина не очень сильно урон наносит или медленный, как Трайк, тоже видели в видео, то индейка может очень быстро убить вашего Дина. С летающими динозаврами чуть попроще, вы можете следить за стаминой и вовремя убежать, скрыться от нее, ну, чтобы перезарядиться. Так само, как с титанозавром бороться таким образом. Так, ну, для начала, прежде чем перейдем к самому видео, хотел вначале или кратко посоветовать вам наш новый проект, который открылся 1 декабря. Это Слава Арк. Так. Отдельный сервер без кластера, один только Island с уникальными настройками, с улучшенными дропами с этих случаев, с улучшенными наградами за свержение боссов, также постоянные ивенты от администрации, также мод для ивентов стоит на острове. Появляются уникальные динозавры с уникальными раскрасками, с большими статами. Так что заходите, пробуйте, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, в Дискорде. Ссылка на этот сервер будет в конце видео. Так, первый раунд у нас война Рекса против Дейки. Якщо їх загнати в паст. Ну да, їх, наверное, в ловушку надо. І їх побити бутком сокерою. О, то буде. Сокера зламається. Їх треба мільйон разів стукнути, наверное, щоб вона здохла. А як же ж той сильнішу вилку 200-300? Я ж показую. Сначала на Рекс, потім. Там на другому Рексі. Бачиш, вони тут бувають. Четверта, та ну вас! Не, 4 индейки, не-не-не-не-не. Там уже 4 индейка. Рекс, текай! Рекс, текай! А чё ж я так попал? Я втомився. Він так, як черепаха. Він втомився. Вони йдуть за ним. Черепаха. Вони за ним біжуть. Це ж текай, Рекс, текай. В крові вже. Черепаха. А вони скоріше від черепах. Рекс втомився. О, одна відстала. Він посрать сів. Він вирішив посрать, ну. Чекай звідти, вони зараз тобі. Одна, ні, одна. Вона зробила вичі, чекай. Їх п'ятеро. Чотири.
А вот я. Так, какашка. А, какашка. Ой, я не побачу эту какашку. Будем текать от них. А. Не, ну, 4 индюшки, это уже я не знаю. Это ладно, правда. Хай, ну, хотя бы отстану, он все равно бежит сильно. А, я что здесь хочу. Короче, бегишь. В чем мне пожрать? Ну что, подай, индюшка, ты мне любишь. Все, равняться с ним? Да. Оно не испачкает. О, вроде две тики, ты что? Значит, это две тики. Раз, две, это нормально. Нормально? Две. Две, то на четыре? Да, вони тебе так само. Більше його б'ю, ніж він. Та тікає красно. От догліз. Ховайся, Рекс. В воді. Щоб бити, скільки не життя. Стой. Здоров'я. 41. А не показує, скільки. А, 20. 18 тисяч. Вона ціла! Вона взагалі не покусана. 20 тисяч. Та все, її невозможно вбити. Вони тебе копить. А, я зараз вб'ю його. Двадцять одна тисяча. Вони цілі взагалі навіть не каплі не покоцані. Кошмар. Коротше, Рекс проіграв. Попробуємо ще один варіант. Супер. Турки против... Против жнеца. Вот он, наш герой. На. Сколько она ему нужна? Че? А она его не кусает! Она жнеца не кусает! Все, понятно. Да? Не кусает. Она его не может укусить. Это хорошо. Это хорошая новость. Но нам придется жрать ее очень долго. А ну, жри ее. Сколько мне? Жри, а чё она не жрёт мне вообще? Ну что, поджарим индейку, наверное.
она тоже не может кусить верно. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа, иди сюда. Верно, можно ее толкнуть немного. А, не так нормально тоже. Черепахи меня атакуют из-за того, что я индейку трогал. Очень интересно. Цып-цып-цып-цып, иди сюда. Наконец-то. А косточки где? Что-то отдайте мне. Вот когда верно не подобрала косточки, видите, надо смотреть внимательно. Короче, огненный верный можно убивать. Пробуем грозовой его верно убивать. Тоже индейка не всегда может допустить верно. Есть. Итак, розовая виверна тоже очень даже неплохой способ убивать индейк. Розовая верна, огненная верна, самый лучший пока что способ моногарм. Еще, думаю, самый лучший способ это гига. Сейчас проверим. Моногарм на специальной вике тоже советуется для уничтожения индейк. Ну что, вроде как что он замораживает их, и они заморозки больше вреда можно нанести. Где она? У меня моногарм не прокачанный. Есть! Есть, мы убили ее.
мы убили ее. Есть, Манагарм первый. Итак, последний, самый надежный способ, это Гига против Гейки. Одна, вторая есть, все, еще третья есть, все, да, самый лучший способ это Гига. Итак, по результатам нашего исследования для убийства супер индейки, самый лучший вариант это Гига. Второй вариант после Гиги это Манагарм. И после Манагарма третье место даем Вивернам. Огненная или Грозовая. Остальные динозавры, Риппер, вообще как-то не, я не заметил, чтобы он наносил вреда этой индейке. Может это баг какой-то, не знаю. Вот. Ну а с Рексом вообще беда. Рекса закусали эти индейки и все. Просто хотелось убежать от них.